Привет, друзья! Привет. На канале Little Star. И сегодня у меня маленький пони. Да, сегодня... Или не будешь? Правильно, Дашенька. Сегодня у нас вот такая вот интересная коробочка с Play-Doh. Сейчас покажу. Это сшивает печёшки и хвостик. Да? Которую это волосистик штуча. Давай открывать, смотри, что там. Да! Я люблю маленький пони. Держи, открывай. Вытаскивай, что там? Сколько там у нас видов пластилина? Смотрите, у нее даже вот этот и вот этот. Да, там есть фигурочки четырех пони, да? По которым мы будем делать из пластилина фигурки, да? Смотри, даже вот этот пластилин. Да, есть пластилин Play-Doh. И еще даже есть, да? Вот этот пластилин маленький. Угу, где-то маленькие, а те большие. Это у нас инструкция, тут показано, как работать с пластилином. Давай смотреть, что здесь у нас. Какие у нас тут фигурочки, Даша. Давай. Сейчас мы посмотрим. Любить кружочек и лицо. Да, смотри тут, что у нас есть. Это формочка, да? Мы в эту формочку должны будем вставлять наших лошадочек, да? Вот так. Да. Вот такая вот у нас тут тарелочка, как бы, с фигурочками. Тут можно ставить пластилин и делать разные-разные фигурочки. Вот наш шприц. С помощью него мы будем выдавливать разные красивые полосочки. Можно будет делать хвостики. Мы должны будем делать четырех лошадок, Дашенька, да? Это что? Это у нас Рарити. Да, а вот это искорка будет. Искорка. Вот это будет Rainbow Dash, а вот это, кто это? Желтенький был. Applejack. Applejack. Да. Будет у нас четыре красивые лошадки. Два я люблю. И вот этот, и вот этот, и вот этот, и вот этот, и вот этот. И вот этот. Ой. Все тебе нравятся, да? Все. Еще у нас есть пластилин. Тут 6 маленьких и 3 пластилина побольше. Кого мы сначала будем лепить? Вот этот. Rainbow Dash? Да. Давай. Сначала мы должны открыть нашу фигурочку и поставить сюда пластилин. Получается? Да. Какая у нас будет красивая Rainbow Dash. Правда? Да. А потом мы сможем сделать украшение для нее, поставить разные фигурочки на Rainbow Dash, да? Да. Дашенька заполнила нашу формочку пластилином голубым. И теперь мы должны сюда вставлять нашу фигурочку с Rainbow Dash. Давай. Умничка. Теперь нажимай сильненько. Что там у нас получилось? Да. Ну-ка покажи. Вот такая вот Rainbow Dash у нас получилась. Вот она. Красавица, да? Да. Теперь можно ее украшать разными цветами. Чем мы ее будем украшать, Дашенька? Вот. Да, сначала сделаем ей хвостик, да? Да. Давай. Какой цвет мы поставим сюда? Какой ты хочешь? Ага. Фиолетовый и розовый будет, да? На одну сторону, да? Достаточно фиолетового, да? Да. Теперь розовенький давать? Да. Сейчас. Берем розовый цвет немного. Крутим его.
Держи. Ух ты, там что-то получается очень красивое. Вау. Все, да? Давай ее снимать. Ножичком? Ножичком. Аккуратненько режем пластилин. Вот. Да, вот сюда стоит грива, да? Ну-ка посмотрим. Ух ты! Такая она будет красивая, да? Что? Теперь что мы будем делать дальше? Хвостик? Вот этот. Хвостик сначала. Нужно закончить нашу Rainbow Dash. Давай сделаем хвостик. Вау, как классно. Прикольный хвостик будет, да? Такой яркий. Ты держи, а я ножичком порежу. Шу. Вот так. Опля, готовый да. Хвостик. Куда да. Мы ставим наш хвостик? Куда? Вот сюда, да? Вот такой вот у нас хвостик будет. Какую ты фигурочку хочешь сделать? Вот радугу, смотри. Да, радуга. Радугу мы сделаем, желтую радугу. Получилось? Да. Вот так, да? Может, еще одну фигурочку поставим? Да. Давай, какую ты хочешь? Вот эту. Звездочку, да? Да. Давай. Какого цвета у нас будет? Вот это. Беленькая, да? Так, сделаем беленькую. Получилась звездочка? Да. Давай, ставь звездочку тоже вот сюда, вот где ножка. Ну-ка, ну-ка. Какая у нас красивая получилась Rainbow Dash, правда? Да. Дочь, она пич. Вот такая вот. Красавица. Красавица, Rainbow Dash. Угу. Делаем что дальше? Мы... Да. Кого мы теперь сделаем? Искака. Теперь ставим нашу основу, искорку. Сторону какая? На любую сторону поставь. Вот эту. Угу. Получилось? Да. Ух ты! Вот такая вот у нас получилась искорка. А теперь нужно будет ее украшать. Для искорки мы тоже выберем фиолетовый, да? Да. У нас хвостики и грива будут одинаковые, как у Rainbow Dash. Ух ты. Все, да? Да. Еще. Есть. Ты ставь хвостик. А я гриву. Вот смотри, так лучше, да? Смотри, какая она красивая у нас получилась искорка. Давай поиграем. Давай. Я поделаю. Ага, а я вот это, да? Привет. Привет. Rainbow Dash, какая ты красивая, у тебя и узорчики есть. А у меня нет узорчиков. Дашенька, ты можешь меня украсить тоже? Да. Да? Давай выберем, какой же мы сделаем искорки. Узорчик. Вот этот. Какой ты хочешь выбрать? Так, Дашенька хочет сердечко. Так, и куда мы его наклеим? На животик. Давай, на животик ставим. Какая она красивая. Искорка. Да? Давай на эту сторону тоже что-то наклеим, давай? Ну-ка посмотрим.
Вот теперь она готова. Наша искорка просто красавица. Давай поиграть. Хочешь поиграть с Rainbow Dash? Да. Давай. Привет. Привет. Ты такая красавица. И прическа у тебя есть. Да. Как у меня. Да. Прически у нас одинаковые. Ты тоже очень красивая, Rainbow Dash. Давай посмотрим, какие же наши следующие подружки будут. Давай. Следующую кого делаем, Дашуль? Рарити? Да. Давай. Рарити у нас белого цвета. Ух ты. Рарити. Вот наша Рарити почти готова. Оп. Теперь мы должны будем сделать ей хвостик. Угу. И можно, да, и можно еще голубой, еще один голубенький, давай сделай еще один голубенький. И можно их немножко вот так вот перекрутить, правда? Будет красиво. Давай ставь третий. Какой классный хвостик у нас получился, правда? Есть? Давай его тоже вот так вот перекрутим. Вот так. Смотри, Даша, какая красота. Теперь грива. Ух ты, ты посмотри, какая она у нас красивая получается. Теперь у нее тоже есть украшение. Эйплджек у нас какого цвета, Даша? Желтого. Желтого цвета. Получился Эйплджек? Да. Вот такой вот у нас Эйплджек получился. Красивый, желтенький. Дашенька, давай делать ему хвостик. А давай попробуем сделать ему хвостик зелененького цвета. Хочешь? Да. Хотя, что у него на самом деле не такой цвет зелененький хвостик, но мы попробуем, да? Еще сделаем вот такого цвета хвостик и розовенького цвета. А давай по-другому сделаем. Сейчас я тебе покажу. Хорошо? Вот так, есть. Ну-ка покажи. Вау, какой у нас необычный Эйплджек, да? У него обычно хвостик и грива желтоватого цвета, а мы ему сделали вот такой вот необычный хвостик, да? Давай гриву тоже сделаем, давай. А гриву попробуем сделать только зелененькую, да? Давай, держи. Еще. Так. Так. Ну-ка, как ты поставила? Вау, какая прическа у него крутая. И теперь, конечно же, мы выберем на нашем трафаретике яблочко, да? Ну-ка. Вот такой вот Эйплджек Дашенька слепила. Красивая, не? Да. Какой тебе больше всего понравился? Вот этот. Какая вам Эмали Пони нравится? Напишите комментарии, что пони нравится. Или скака, или пони, или Rainbow Dash, или Эйплджек. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.
Циферка 2 у Дашеньки. 1. Ух ты! Фу, Дашка, что это за тебя? Забирай свою какашку. Моя очередь. Циферка 2. 1, 2. Ничего опять. Давай, Даша. 3. 3.